Министерство внутренних дел по Республике Адыгея информирует граждан о начале второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый-2024». По итогам открытого онлайн-голосования участниками второго этапа стали Муфтахов Рустам Маратович, город Майкоп, Черненко Максим Викторович, Майкопский район, Бакиев Хусейн Рашидович, Гиагинский район, Тлихусеш Али Нурдинович, Токтамукайский район, Жачимук Мурат Юнусович, Красногвардейский район, Цеев Пшимав Бесланович, Кашихабльский район и Хакон Байзет Абубачирович, город Адыгейск. Для того, чтобы жители республики смогли получить информацию о каждом претенденте на звание «Народный участковый-2024», на официальном сайте МВД по Республике Адыгея создан специальный раздел, в котором размещена информация об участковых. Голосование продлится до 16 октября 2024 года включительно.